Ульяновские очистные сооружения продолжают реконструировать. На правобережном объекте на проезде Нефтяников усовершенствовали станцию бактериологической очистки. Работы велись с 2020 года по федеральному проекту оздоровления Волги. И этой зимой настало время пробного запуска. На реализацию этого проекта было потрачено более 1 миллиарда 300 миллионов рублей. Этот объект реализовывал у нас подрядчик ПСК «Твой дом». После реализации этого проекта смогли достигнуть целевых показателей, которые установлены федералами для Ульяновской области, и уменьшили объем неочищенных сточных вод, которые сбрасываются в реку Волгу. Сейчас на обновленных очистных проводят пусконаладочные работы. Завозится ил и выращиваются специальные бактерии, которые буквально съедают нечистоты, ускоряя очистку сточных вод. Благодаря обновленной системе биологической очистки сточные воды будут качественно фильтроваться от аммонийного азота, нитритов, нитратов и фосфора. Здесь же мы будем добиваться того, что от нас требует сейчас законодательство Российской Федерации экологическое. Выйдем на все установленные проектами нормативы. Это нормативы у нас отличаются где-то в 1,5-2 раза. То есть качество очистки будет лучше. Ожидается реконструкция второй очереди очистки. Вложений потребуется около 3 миллиардов рублей. 7 миллиардов будет направлено в третью очередь. Деньги поступят по новой федеральной программе оздоровления водных объектов. В конце этого года станция бактериологической очистки заработает и на левобережных сооружениях. С помощью обновленного комплекса можно будет фильтровать 100 тысяч кубометров воды в сутки. Виктория Чиркова, Геннадий Бухтаяров. Управда ТВ.